Я так люблю каникулы, это просто пипец. Особенно, когда не сидишь в школе на последнем уроке. Только мысли приходят в голову вместо учебы. Но почему-то, когда дело доходит до своих каникул, в голову приходят только три мысли. А спать? Сколько времени? Два? Или пожрать? И, конечно же, посидеть в нашем самом любимом просто ВКонтакте. Вау! Так, на контакт. Стоп. Но есть же еще много мест, которые мы можем посетить. Музей? Но есть, конечно, еще одно дело, но поверьте, ребят, это когда совсем нечего делать. Конечно, я провожу каникулы почти так же, но у меня есть еще плюс один пункт, и я гуляю. Ну, как гуляю? От своего дома до дома друга, к которому я иду в гости. Ну, или по пути зайду в магазин. Понимаете, я же гуляю. В общем, хоть я сама все это наговорила, но я советую вам, орехи, побольше проводить времени на свежем воздухе, потому что это круто. Вы заряжаетесь какой-то энергией, приходите домой и погружаетесь в контакт со свежей мыслью. Вау! Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Увидите, что мир интереснее, чем вам кажется. Пишите, пожалуйста, в комментарии свои какие-то интересные мысли о том, как можно провести каникулы. Я учту, и я думаю, что моя жизнь тоже станет позитивнее вместе с вами. Пока. Я вас люблю. Можно же выйти на улицу с компьютером.